целые цивилизации жили, долго жили, и они без денег обходились, и не нужны деньги. Это деньги-то втюрили вам совсем недавно. Это сатанинская цивилизация началась с денег, а теперь деньги стали Богом для вас. Богом. Сейчас все упирается в деньги. Люди думают, что они счастливы будут, если их много денег будет. То есть людей свели с ума просто. Взять, например, цивилизацию сибирскую скифию взять. То, что мы называем монгольское завоевание. Да? Сказки. Опять сказки про монголов, про Орду. А Чингисхан знал деньги? Его империя знала деньги? Вы понимаете, что вас бессовестно, нагло обманывают, из вас дураков делают научники? Ведь доказывают вам, что империя того же Чингисхана, империя, Скифская империя, это была империя кочевников. Вы понимаете, безумие какое? Это безумие, потому что кочевник никогда... Вы поймите, чтобы побеждать, чтобы завести завоевание, ведь доблесть, как пятиконтропов может быть много, соберется с дубинками, да, но их стрелы не закидают. Они могут быть доблестные ребята. Они драться будут, зубами кусаться будут. Но ты не завоюешь зубами-то ничего. Чтобы пройти такие расстояния, нужно лучшего коня иметь, лучшую породу коней, лучшую на земле, которая превосходит арабскую, ахалтекинцев превосходит, никейских коней. Она лучшая порода. Дальше нужно оружие иметь. Оружие лучшее. Чтобы стрелы были такие, протыкали любые рыцарские латы, пробивали насквозь. Это каленые, мощные стрелы углеродистой стали. Это нужно мечи иметь булатные, а может быть и выше, чем булат. Это еще более хоролужное оружие, которое еще более высокое. Это ведь культура городская. Только заводы, фабрики того времени могли выпускать вот такое вооружение. Седла, лучшие седла, кожа, лучшая кожа. Кормить войско надо было тоже чем-то. Разве ты накормишь мясом этих тысячи и тысячи воинов, накормить мясом в походе еще зимой? Как ты их накормишь? Хлеб должен быть, то есть выращивали хлеб. Ведь врут, что хлеба не было. И хлеб выращивали в Сибири везде. Это была культура земледельцев, это была культура городская, высокая, высокоразвитая культура. Это тысячи городов, которые мы, названия этих городов мы не знаем. Мы проходим по этим руинам, названия городов мы не знаем. Нас просто бессовестно обманули, нам втюрили, что скифы были кочевники, наши предки сарматы были кочевники, авары были кочевники, были кочевники, половцы были, печенеги, половцы были кочевники, теперь Орда была кочевая. Какая кочевая? Казаки, прямые потомки Орды. Вот я перед вами ордынец по отцу, я ордынец настоящий. О чем речь? Что там тысячи городов, они лежат в руинах, эти города. Они небольшие города, самое большое 5-8 тысяч, все. Вот население города 5-8 тысяч. Потому что если ты начнешь повышать количество, то равновесие с природой нарушается. Древние хорошо знали, вот город, но этот город не поймешь, то ли город, то ли что. То есть там сразу кузнецы, цехи кузнецов, цехи кожевников, цехи этих самых гончаров и всех остальных там портных и все такое. Но они имели свое хозяйство, они работали так, но они имели еще свое хозяйство подсобное. Это коровы, это овцы, это птица. Все это было у них у всех. Прекрасные огороды, прекрасные сады. Все это было. Рыбалка обязательно. Без рыбного хозяйства не проживешь. Многоукладное хозяйство было. Многоукладное хозяйство. Вот обман, вот даже здесь, в плане экономики вас обманули, в плане истории вас обманули, везде обман. Как вот с этим мириться? Они рассказывают, вот, читаешь, я читал французскую летопись, борьба с Ордой в Европе. Пришли ордынцы, венгерское мощное королевство венгерское, разнесли в пух прах. Разнесли, разбили. Уничтожили их армии, все уничтожили. Король бело проигрывает битву, бежит, спасается в Хорватию. Все, паника. Разворачивается эта армия, двигается армия, двумя армиями они вторглись, двигается на Польшу. Польша в руинах.
Польша католическая, коль в Польше помогает Тевтонский орден, Ливонский орден помогает, госпитальеры помогают, тамплиеры помогают, бесполезно. Ведь это же городская культура, мощная культура и западноевропейская. Почему же они не победили простых кочевников? Битва при Лигнице, встречается конница, конница этих уродов, западноевропейских, во главе с королем Генрихом II. Там кого только не было в его, там собрали со всей Европы рыцарские, даже были британские и ирландские рыцари, там все было. Она превосходила, эта армия превосходила эту армию из Тартарии, вот эту армию сборную Руси и скифскую армию из Центральной Сибири. В два раза, я читаю французскую летопись, думаю, ни черта себе, в два раза. И они проиграли. Причем интересно, что проиграли, когда вот этот, сначала пропустили этих рыцарей через дождь стрел, тяжелых стрел, которые пробивали их доспехи, любые. Ну а потом началось сближение конниц. Конница сибирская конница и конница западноевропейская. Копейный удар лобовой, переломили все и уничтожили все, и Генрих погиб. Все. Вот это я понимаю доблесть, вот это сила. На чем она стояла? А вот именно на том, что у них денег не было. Вы не знаете уклада этой империи и всех этих империй. Ведь что такое Тартария? Почему она погибла? Она погибла недавно, но ее уничтожили совсем. Потому что дал команду клан Ротшильдов на уничтожение Тартарии. Она продолжала жить в арийской структуре управления и без денег. Они не знали денег, они не знали, что такое финансовая система, какие-то финансовые системы. То есть складывается семья. Муж, жена, да? Вот. Ну, это отдельная тема, но я вам скажу в трех словах. Такая семья. Государство обеспечивает все необходимое. Крыша над головой, дом, какой вы хотите. Выбирайте. Вы детей сколько собираетесь заводить? Двоих, троих, десятерых дают обычно на четверых. То есть вот четверо детей, вас двое, чтобы у вас замена в два раза. Вот так. Значит, дом рассчитывается на четверых. Земельный участок на четверых. То есть на четверых детей. Двоих родителей, и четыре детей. Да? Ну, плюсовка, вот четыре, да, это плюс. Дальше, все необходимое по хозяйству, все, и ткани, и кожа, и железо, в смысле оружия, в смысле утвари, в смысле всего, что на стол, посуда, все это дается из общей казны. Все у молодых есть. Все есть. Дальше, по закону, космическому закону, необходимую и достаточную, закон мира. Развивается хозяйство, они работают, они трудятся, все у них идет. Если ты не будешь работать, все отнимут и выкинут к чертовой матери. Это закон. Значит, ты должен работать и как ты воспитываешь детей, как ты работаешь с информацией. Прежде всего, что? 5 часов рабочий день. Ведь Сталин-то не с потолка взял 5 часов. Он знал, что делает. 5-часовой рабочий день. Это на общее благо. 5 часов рабочий день. 10, вот каждый десяток, вот 10 человек, да, 10 человек, да, 10. Вот. Один из 10, он управляет десятком. Все правильно написано. Только говорят, якобы это было в армии, но это не только в армии, это было и в экономике. То есть он сам трудится, но он отвечает за всех 10. Он в ответе за всех. Он отчитывает перед сотником, который имеет таких же 10, да? Там даже тысячник. И они все работают, и все управляют, и за счет вот этих управленцев идет развитие хозяйства. Но 5 часов. Все остальное время куда? На самообразование. Это воинское искусство. Это здоровье. Это работа в храмах. Каждый храм это была школа, мощная школа знаний, где получали знания. Это работа с книгами. И ты, милый мой, не просто прожигатель времени, а вот ты, у тебя есть свободное время, ты все, вот ты работаешь, ты отчитываешься, себя спрашивают, что ты умеешь, что ты можешь. Покажи, у тебя талант есть хорошего гончара, покажи, как ты работаешь. Сделай так, чтобы твои изделия были произведением искусства. Если ты талантливый кузнец, покажи, как ты работаешь. То есть на уровне не ремесленника, а на уровне
Творца, Созидателя. Каждый человек искал свой путь жизни, каждый человек раскрывал свой талант, каждый человек раскрывал себя как творческую личность. А воинское искусство каждый мужчина и каждая женщина владела совершенством. Вот почему победы-то были. Почему, когда этот Тимчак, или его настоящее имя, его Иван, вообще-то, да, его Иван, Чингисхана имя, Иван, да, царство Ивана, об этом царстве поищите, вы хоть что-то найдете. Иваново есть царство. Иваново царство в Центральной Азии, это и есть вот тот самый Чингисхан. Так вот, по-китайски, так вот, почему? У него небольшая же была армия, она же была небольшая, не было огромных войск. Это сказки, что там гигантские были войска, но не было этих войск. Он пришел на Русь, у него самый большой был 1040-50, больше не было, вот, которые ребята пришли на Русь, которые вот эту Рязань взяли и еще 14 городов уничтожили. Их немного было, но это была доблесть, а каждый из них стоил десяток рыцарей. Десяток, один из них стоил десяток. Я говорю про воинское и все остальное. Когда они забирали наших пленных отсюда, с Восточной Европы, уводили к себе в Орду, они там получали право работать творчески. Оттуда их палкой было не выгнать обратно. Им давали дома, им давали участки земли, им давали все, живите, получайте благо, работайте с нами вместе. Им просто не хватало людей и брали, потому что им просто они вели войны со всем миром. И просто не хватало людей. Они приходили в другой мир, в мир счастья, здоровья, в мир жизни, но не в мир смерти. Беловодье. Все другое. Так это и есть беловодье. Вот о чем. Все по-другому было. 150 городов только на Южном Урале стояло, ордынских. Больше 150 городов, которые сейчас даже названия мы не знаем. Что с ними стало? Вот как. А в учебниках пишут, в рабство угоняли. Да, да какое рабство? Вы посмотрите, для интереса эти учебники. Вот такие рожи у этих угонщиков, вот такие бороды. Они правильно их гнали на пинках. Ну, давали им полную свободу. Все же русские. Язык один, все одно. Это один язык, одна культура была практически одна. Только в Тартарии она более высокая культура. Она была более высокая. Хотя Русь... Восточная тоже являлась частью Тартарии. Просто она очень часто отделялась, отпадала и соединялась с Европой, с этой вот жалкой Европой. Это арийский мир был, это гигантский арийский мир гаплогруппы R1A1, ну, и гаплогруппы N1C1. Удивительная вещь, вот храмы, культура, одежда полностью, военное обмундирование, вот Тартарии совпадает точно с Западной Русью, абодриты, лютичи, поморяне, лужичане, сербы, один к одному. Потом выясняется, что когда-то вот это вот гуннское нашествие знаменитое, оно было из Тартарии, это и есть гунны, они прокатились, и там они осели просто в восточной Германии. Вот поэтому культура одна и та же. Вот этот храм Арбаркони, он точной копией был, какие храмы стояли на территории Тартарии. Это один и тот же храм. Я в этом храме был, я в таких храмах, я в одном из храмов таких был. Я его описываю в своих книгах, я же описал об этом храме, я еще, правда, ничего не сказал, но я напишу об этом храме. Вы наверное, помните, есть такое понятие, сотворение мира в звездном храме. Это 7523 год, да? Почему? В каком звездном храме? Я могу рассказать этот храм. Хотите, расскажу, как он устроен? Хотите. Вот то, что я видел. Когда я увидел этот храм, меня туда завели, показали, вот, а потом сказали, говорят, ну вот вспоминай. А я сам, кстати, догадался. Я как посмотрел на купол храма, я понял, что я нахожусь в звездном храме. Это что? Это 8 граней. Гигантское здание, восьмигранник, да, рубленый. Рубленый не вот так, а в угол, в ласточкин хвост рубленый. И сделано вот таким вот образом, вот досками вот такими, такой ширины, углы закрыты. Бревна вот такие вот высоты. Это лиственничные бревна. Теперь их и нет в Сибири, они сгорели. Эти леса сгорели, но храм остался. Вот такие толщиной бревна. Из чистой лиственницы. Лиственница красная. Она красная. И каждое бревно – барельеф. Барельеф. Одна сторона – это до Кембрии. Это губки, это кораллы,
это море, это где, когда еще рыб не было, этих круглоротых, бесчелюстных. Потом начинается уже рыбы первые появляются, следующая стена, там псилофиты выходят наружу, потом окна, также оформлены окна либо мхами вырезанные, мох вырезанный из дерева, да, вот наличники. А вы, наверное, видели мою первую книгу? Конечно. Так там же, почему такая потрясающая резьба в Сибири? Вы найдите, для интереса у вас здесь, такой у вас не найдете в Европе. Это у нас в Сибири. Потому что это остатки памяти. Там липидодендроны, сингулярии, псилофиты, эти самые каламиты. Это растения каменноугольного периода, споровые. И все, вот это, вся эта витиеватость, все это сделано, вот, когда раскапываешь уголь, пласты угля, там попадает порода, колонешь эту породу, а там отпечатки этих листьев. Они точно все эти листья на наличниках. Все листья на наличниках. И солнце. Вот этот дом стоит, а у него три этого, или даже четыре есть вокруг. То есть нужно, это нужно знать, это ключи нужно. Каждое солнце, или вообще дыра, и нет солнца. То есть это погасшее солнце. Вот там ледяной дом у меня, ледяной, там просто дыра, и как солнце гасло, эти маленькие круги вокруг. Посмотрите, там же все. Это архитектура, которая несла информацию. Так вот, вот этот вот храм звездный, вот все восемь этих самых, это все история самой планеты с момента прихода на нее наших предков с далеких звезд. То есть, понимаете? Это снаружи или внутри? Это снаружи все. Снаружи, да? Внутри там ничего нет. Внутри там ничего нет. Только вот это. Понимаете? Вот. Красота стоит. Ну, конечно, я сейчас скажу. Ну, так, сейчас как раз Сурков туда пошлет команду спецназа, да, барбосы с автоматами, с поля, все уничтожат, хотя конечно. Хотя плюс-минус 1000 километров где-то, вот. За Байкалью. Вы не спрашиваете даже, вы не спрашиваете. Это нельзя такие вещи спрашивать. Мы должны понимать, что мы живем в мире уничтожения. Нас уничтожает, просто уничтожает. Причем уничтожает нас не просто вот так уничтожает, как вот тараканов травят, это тоже есть. Пищу, которую вы едите, вот это даже мастить его нельзя. Так вот, это медленное уничтожение, но нас уничтожает нашими же руками, нашими, вот ихними руками сейчас молодежи. Вот они сейчас будут уничтожать всех вас. Они молодежь. Понимаете? Это самое страшное, когда меняется психика, когда ценности меняются, и когда меняется нравственность у человека. Я, эти вещи, и сейчас надо нам, вот именно через вечер, ликвидировать, нам нужно начинать возрождение людей. То есть сначала, я вам не рассказал про звездный храм, сейчас я расскажу несколько слов, а потом перейдем вот к этому. Когда я зашел вовнутрь, я увидел купол. Купол сделанный, и не узнал нашего неба. Нашего неба там нет вообще. Я когда остановился, остолбенел, не мог понять. А он стоит, смеется один из жрецов. Говорит, ну что, смотри, что это? Я говорю, я вообще не вижу. Я не вижу этого неба. Звезды вижу, но это не наше небо. Правильно, это центр галактики. Это центр галактики. Давай мне рассказывать, как устроена галактика. Это прошло столько лет, прошло лет 20, наверное, с лишним, даже, наверное, все 30, а только потом я кое-где где-то начал встречать, что есть предположение, что вот так она устроена. Это предположительно. Или кто-то эти знания украл. Короче, центр галактики – это кладбище звезд. Вот это кладбище, оно стоит в центре. Гигантское гравитационное поле, тяжелые звезды, маленькие эти потухшие, они туда уходят, там их нет, там они спят, там они сближаются на максимум друг к другу, мощное поле создается и вращаются живые звезды вокруг. Я спрашиваю, а вот это, где наше созвездие? Говорит, вот оно созвездие, желтый карлик, вот наше созвездие. А вот это, отсюда пришли наши предки. Там полностью картина звездного неба, нашей галактики, откуда пришли. Вот как здесь картина вокруг, боюсь, вокруг храма сплошная из геологической истории нашей развития планеты, да, эволюции планеты.
Но никто не говорит эволюции, потому что все это сказано по-другому. Слово эволюция нужно забыть. Потому что эволюция – это нет эволюции. Это можно называть просто эволюцией, но эволюция, инволюция – это относительное название. Вот той дарвиновской эволюции ее нет. Дарвин написал все, что он написал, это для того, чтобы у людей в душе возник что? Атеизм, неверие в Творца. То есть Творца нет, сама природа развивает. Все через Творца идет. Все через Творца. Плазменное что-то образование, но более плотное, и потом плотное на планете, трехмерие. Все. То есть Творец созидает. Творец создает виды. Это Творец заполняет все экологические ниши. Творец, и надо это понимать. Но мы же не знаем, что такое Творец. Мы многие вещи не знаем. Мы не знаем, что мы сами часть Творца. Что Он создал нас, нас создал под себя. Я сейчас отдельно поговорю на эту тему. Вот. Он тоже, мы тоже этого не знаем и знать не хотим. Мы верим Дарвину. Дедушка Дарвин придумал эту эволюционную теорию для того, чтобы нам морочить голову. Вот. Так вот, когда я остановился на этот купол, смотрю, он говорит, а ты помнишь, 7523 год, это сотворение мира в звездном храме. Я говорю, помню, да вот такой же храм стоял на восточных склонах Тибета, в одном из кедрачей. Там как раз и собрались монголоидные вожди, и их поставили на колени, заставили принять наши условия. И в честь этого была выбита медаль «Всадник, пронзающий голову дракона копьем». То есть Георгий Победоносец в честь вот этой победы над ними. Они до сих пор боятся нас, у них это память, потому что их войска были огромны, очень сильны, были воспитаны и созданы внеземной цивилизацией, именно цивилизацией драконов. Ну, это не совсем драконы, но это вот такие, и они погибли. То есть это была такая паника, эта паника вошла в генетику. Нас, китайцы, монголоиды нас очень боятся до сих пор. Это генетический страх перед белой расой. Поэтому они на нас показывают пальцем и говорят, белые дьяволы до сих пор. Они нас ненавидят и называют нас белыми дьяволами. Так уж у них устроено все.